Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юр и Плей. Сегодня мы играем в Дар Риддл. Быстро иди сюда. Это вторая часть пранков над соседом. Сейчас я тебя запранкую сам. Ну, посмотрим. О, батареи. Что мне они тут делают? Сосед что, уже отстал? Что у меня тут делают? Батарейки. Если у меня тут должны лежать ружки. Вообще отлично. Это я сам себя заморозил? Или это магия? Тогда я взял это оружие. Вы видели? Я взял оружие, хочу зарядить, и я замораживаюсь. А, это ловушка ведет. Сосед. У нас куча батарея. Но! Он меня хотел поймать, но... Уля и Вася. У меня это миллион батарея в сундуке 100. У меня сосед спалил. Так что мы это пока что уберем. Так, там... А, да. Так, соседа... Он на заднем дворе, сосед. Забираем. Вы помните, в начале первой части там было то, что мы взяли удочку и часть зачет. Давайте сейчас еще его выманим. Хотя не будем. Хотя будем. А потом он уже устанет, пойдет домой, сейчас будет лежать на диване. И все, его парализует. Куда эту ловушку установить с рожками? Да. Сюда. Все, давай, давай. Ищи. Где, откуда он идет? Вон он бежит. Мы бежим. Главное, чтобы он меня сейчас не заметил. Вон, вон там сосед, я вам сейчас покажу. Вон он, смотрите. Вот вы видели, я там соседа отвёл. Так. Ножницы? То есть, удобрение. Удача. Что? Ну, сейчас пистолет валяется почему-то. Так, питомец, чтоб ты мне не урожал, лови. В смысле? Я ж тебя удочку бросил, питомец. Прыгаем. А, он меня в полете снайпнул. Что мне делать? Напишите в амин. А, сосед! Тут еще сосед? Что за то? Тут пранк есть то, что мы соседу забрали целое время. И он... Все. Так, сосед. Иди сюда. Это... Сосед, ты думаешь, это было... Все просто так? Зашел... Это была ловушка, Вася. Это была ловушка для соседа, но он повелся. Я не знал, что сосед у нас такой. Плохой. Так, усачки. Что мы можем перерезать? Соседу бошку? Не думаю, ну сосед. Опс. Раз вовремя. Пам-пам-пам. Вообще отлично. Ну, тогда забирай свою коробку с собой. Ой, яблочко. Яблоки, вернее. Он сейчас сюда спрыгнет, он же Спайдермен. Я что говорил? Он же Спайдермен. Не, ну, сосед, ну ты больной? А, ну да.
В смысле? В смысле? В смысле? Что-то было. Яблоко. Забирай. Ну, сосед. Кстати, у меня 32 960. Это что это сейчас? Вы это видели? Это мне показалось? Или это что вообще было? Питомец, давай, я тут. Я тут. Ладно, без того. Вот, вот то, что я ожидал от питомца. Питомец, Росава. Ну это вы видели? Там меня питомец... Меня чуть питомец не заморозил. Там сосед запрыгнул на крышу одним прыжком. И сразу же обратно. Это сосед Спайдермен. Вообще отлично. Просто жесть. Бежим. Ту-ту-тум. Это что? Сосед, ой, стура, она прошел. Сосед, с тобой все нормально? Вторая часть будет длиннее первой части. Потому что у меня память там закончилась. Место. А тут уже у меня много памяти. Я очистила. Сосед. Получай. В шею. Да, заходим. Let's all. Да, идем к сундучку. Зачем нам тратить батарейки, если... На ловушке, чтобы их перезаряжать. Если я вам сейчас покажу, что у меня в сундуке. Так, что интересно, тут дверь нельзя закрыть. Так. Тут даже есть вот такая пушка. Давайте сейчас. Это чудо восточный. Чудо восточных технологий. Давайте попробуем. На соседя. На арбалет похоже. Он парализует, но мы сейчас на соседя попробуем. Сосед, ты тут? Отлично. Чел с арбалетом. У нас уже 3 оружия и есть. На тебе! Кстати, мы его в сундук сможем положить? Так, арбалет. Интересно, сколько у меня их там? Сейчас, если еще один арбалет будет, мы его можем выбросить. Давайте вместо этой штуки возьмем лучше бомбочку. Хотя нет. Сейчас, ладно. Я что-то затупел сегодня. Где-то у нас соседушка. Сосед, сегодня не твой день. Лови в лицо. Сегодня соседа летят всякие оружия. Мы у него стреляют. Цветочная пушка. Реалбастырь. Вот это арбалет еще. Еще на ловушке попадается. Еще, кстати, на мороз-то еще. А знаешь, смотрите. Вот сундук чуть не закрыл ее. Так, сосед. Ту-ту-ту. Я вообще-то планирую, что он будет идти прямо перед ним. О-хо-хо! Сосед, прикольно? Так, ловушечка. Отель. Сейчас не время, то он сейчас меня спалит. И все, нам обед. Нам триндец. Кстати, у нас есть шокер в сундуке? Нет, вроде бы.
Сейчас смотрите, чуть-чуть будем вот так не быстро смотреть. Может, арбалет еще один найдем? О, да, вот есть арбалет. Значит, нам не нужен. Так, а давайте сейчас испробуем на соседе. Вот сейчас я его найду. У нас там еще ариобластер есть. Запасной. Так. А вот. Это частичка. Яйцо с таймером. Отлично вообще. Не, ну сосед, куда ты пошел? Быстро в дом. Сосед. Я вообще-то из-за тебя тебя в дом загонял. Потому что у меня для тебя есть подарочек. Давай, давай. На тебе! Вы видели, оно отлетело. Куда-то сюда. Ладно. Вот туда сюда отлетело, яблоко. Соседец. Питомец! Блин! Да не в меня! Что вообще за питомец? Это я соседа заморозил. А не он. Наши батареечки. Тут все заберем. У меня за это что залагало, я не мог сдвинуться с места. Я думаю, это уже видео закончилось, но нет. Это наша ловушечка. Мы сегодня потратили некоторые вещи с нашего сундучка. А, даже бомбу. Кстати, вы видели видео Алины Маши шоу там день? Это бомба. Это была ядерная бомба. Так. Нам нужна удочка. Но вопрос, где эта удочка? А, вон она у питомца. Чтобы забрать, нам нужно снайпнуть питомца. На те. Бум! Я сейчас должен был его, наверное, раздавить. Кстати, сколько весит наш персонаж? Пишите в комментариях варианты. Ладно. О! Я вообще-то хотел тебя бросить, питомец. Я заморожен. Давай быстрей, быстрей. Не, ну зачем? Ну ты вообще. Я тебя там ищу, питомец. Слушай, это что? У тебя что, зрачков нет? Или что? Вы это видели, что с соседом было? У него зрачки на время исчезли. Ловушечка. Там сейчас сосед ходит. Не, ну, наверное, это прошлое видео было. Вот это видео поинтереснее. Тут пранк. В первой части где-то есть я пранк. Во второй вообще просто мы соседа закидали бомбочками. Видео дольше идет. И тем более оно еще сейчас продолжается. Помните, у меня было видео вообще по 21 то есть минуту. Где-то вообще по 2. А, я думаю, он меня хочет поймать, вообще туда запрыгнул. Подслушал разговор. Скоро их все на мясо зарублю и в печку посажу. Он сказал, скоро всех на мясо зарублю и в печку посажу. Кстати, в рифму. А, ребята, я вам кое-что забыл сказать. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Оп. Сосед, у тебя со зрением все хорошо? Или со слухом? Вот я даже прыгаю, а ты непонятно куда идешь. Так. Сейчас я вам звук включу. А то он был, но его еле... Слышно было. Может, даже его не было. Рупа. А, вот тут.
вот если вы будете делать так, я сейчас сделаю, то вам откроется спинбокс. Если вы еще такого не делали. Вот тут будет спинбокс. Там будет даже писать что-то рилось. Что там в задании? Портал в подвале соседа перенес меня на другую планету. Сделано. Что же срывает сосед в подвале? А, это уже тоже. А Мэри мы тоже спасли. Помните то видео про Дарк Ридл 2? Марс. Мы там Мэри спасали. Кстати, интересно, если будет обнова в Дарк Ридл 2 Марс, что там будет? То, что нам может там... Мы полетим с Мэри домой на этом самолете, но сначала его нужно добыть у соседа детали, чтобы его починить. По круто. Если это видео... Вот это, короче, можно было сделать так, типа, нужно забрать у соседа детали всякие, найти в городе. Для почин и вот этого... Стоп, а он меня заметил. Рано, он же меня заметил. Эй, кто там ходит? Ночью поздно. Ну, вообще-то сейчас не ночью, сейчас, во-первых, 8:34. А во-вторых, видели сейчас утро. И у нас тоже. В реальной жизни. Опа-на, где сосед? Сосед тут! Соседус! Ладно, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был я, Юрий Плей. Мы проновали соседа. Сегодня. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем добра. Всем пока.